Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю проект «Мама, купи мне пони», связанный с темой 8 марта. И давайте начинать! Ой, сегодня у нас 8 марта. Как я долго ждала этот праздник. Пойду в магазин, мне может быть что-нибудь... Ой, корона. Купят. Ура! 8 марта! Обожаю этот праздник, он мой самый любимый. Он мой самый любимый. Я слышала, мама нам подарит питомца. Питомца? Ты хотя бы знаешь, какая у нас маленькая комната для еще одного питомца, сестра? Ты хотя бы думай, что говоришь. Мама такое бы никогда не сказала и не купила бы нам еще одного питомца. А вот и купит. Мама! Ой, аккуратней, Лили Блоссом. Мама! Да, доченьки, что-то не так? Мама, это правда, что ты нам хочешь собаку подарить? Ну да, я хотела вам подарить, ну не щенка, но такого уже большого собаку породы, какой вы узнаете. Я не помню ее породу, но мы должны в магазин за ней сходить, как раз купить вам подарки. О, здорово! Ну, так мы идем? Да, ура, мы идем! Сейчас не поржу. Ой, это кровать чуть не развалилась, я ее поправила. Так, девочки, ну давайте надевайте наряды. Если кто хочет без нарядов, идите. Я вас жду. Хорошо? Пошла. Ладно, давай одеваться и пойдем. Вдруг нам мама купит по пони. Я люблю пони. Я тоже так люблю пони, но не сильно. Ну, конечно, ты уже большая, поэтому ты не очень сильно любишь пони. А я просто обожаю. Я уже побежала. Стой! Да, что? А надеть платье что-нибудь? Да не хочу никакое платье. Я хочу уже к маме. Как обычно, я должна надевать наряд, как старшая сестра. Я сейчас одену юбку и пойду. Ой... Так, девочки, вот мы и пришли в этот торговый центр. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, где наша собака? А, вот это ваш пес. Ну, что это за собака? Песик, здорово! Ой, здорово, я ж падаю от счастья. Вот этот вот песик. Его зовут Рекс. Ой, какой прикольный! Мне он так нравится! Хорошенький Рексик, иди ко мне! Как он мне нравится, мама! Это ведь мне подарок на 8 марта! Это наш общий подарок, вот этот пес. А вы можете пока его с собой поджать, а то, я боюсь, он весь магазин разгромит? Конечно, он пока тут побудет. Так, девочки, я на 8 марта вам разрешаю купить какие-то подарки, но незначительные, а то просто я ведь еще, вы знаете, не купила мебель нам, а вы ведь знаете, что мы недавно переехали, мы вообще переехали зимой, в январе где-то так. Да, мама, мы знаем. Поэтому я себе беру аксессуары. Исключительно аксессуары. Молодец, аксессуары, это очень полезно. А что возьмешь, ты Лили Блоссом? Можно, мама, мне пони, на самую маленькую, на самую дешевую. Ну, можно мне пони, пожалуйста, пожалуйста. Я так люблю пони. Ой, мама. Ладно, только больше не бей мне по носу. Так. Какие тут наряды интересные. Да, интересные. Поняшки! Обожаю пони! Они самые крутые, самые прикольные! Хоть у меня есть одна пони Twilight Sparkle, но она уже из старой коллекции. Я хочу новые. Вау, это из совершенно новой коллекции! Это я слышала, подруга Twilight May как раз Sparkle. Это Moon Dancer. Да, Moon Dancer. Какая она крутая! У нее еще в волосах блестки. Вау! Блин, я обожаю. О, это мод. А где крокодильчик, интересно? Ну, наверное, где-то там завалялся. Но все равно я не очень люблю мод. Она какая-то такая. В тоскливых тонах, скажу.
Так, ну ладно. Вау, это принцесса Луна. Это самая крутая принцесса Луна. У нее, кстати, в волосах тоже блестки такие. И ее можно переодевать. У нее там короны вон снимаются. Это миссис Кейк. Она, кстати, тоже у нее снимается наряд. Круто, тут такие крутые каниколоновые поняхи. Так, а это маленькие миниатюрные пони. Вот, это принцесса Кейденс. А вот эту пони Радити зовут, да. Это как моя сестренка Радити. Это принцесса Селестия, а это доктор Хувс. Как смешно, доктор Хувс. Так, ну ладно, мамочка! Мама, иди сюда! Мама! Да бегу, доча! Что ж так орать-то на весь магазин? Мама, посмотри, какие пони! Хочу, хочу, хочу! Дай мне все пони! Ой, все! Ну, мама, хоть два! Ой, две! Я совсем не грамотная. Ну ладно, дай, мам, две мне пони, дай, купи. Ну, что там с ними делают? Ой, доча, какие ты хочешь именно пони? А то говоришь, купи мне две пони. А вот какие две пони? Я хочу себе вот эту. Она вроде дешевая. Я проверю. И еще маленькие я не хочу, они неудобные. Вот это вот Moon Dancer. Ой, ладно. Flower Wishes, подойдите, пожалуйста, сюда. Да, ваше высочество. Сколько стоят вот эти вот пони? Принцесса Луна. Она стоит 2500. Сколько она стоит? 2500? Ничего себе! А Moon Dancer, она 1500. 1500? Ну а что вы хотели? Moon Dancer, она из новой коллекции блестящих пони. А принцесса Луна, она оликорн и тоже с блестками крутая. Ну я, конечно, все понимаю, но... Дочь, прости. Давай ты выберешь какую-то не из этих пони, а какую-то вон там оставшуюся пони. Мисс, хочу вас разочаровать, но там почти все пони из оставшихся стоят по 1000 рублей. Все 1000 рублей? Да блин, что у вас за цены такие? Должны быть скидки на 8 марта. Это и есть скидки, так они стоят 2000. Сколько тогда вот эта Луна стоит? Без скидки Луна стоит 4500. Сколько? 4500, я вам повторяю. Ох, ненавижу я подарки на 8 марта. Ладно. Доча, я тебе никакую не разрешаю, я тебе разрешаю только миниатюрную. Сколько миниатюрные стоят? А какие именно? Вот, ну, оликорн две. Две оликорна, ну, одна оликорн стоит 250 рублей. Ясно. А вот такая, как Радити. Радити 150 стоит. Доктор Хувс тоже 150 рублей. А у вас не будет завоза? Вот как раз сейчас, сегодня должны принести завоз. Кстати, завезут пони таких недорогих, вот по 350. Вот этих вот больших по 350? Да. Во сколько? В 2 часа 30 минут. Как раз сейчас 2 часа 25 минут. Да, вы можете подождать. Сейчас как раз скоро мы будем уже разгружать. Мы подождем. Приехал грузовик. О, вот как раз приехал грузовик. Я иду разгружать. Разгружайте товар. Завоз пони. Новых пони. Завоз пони. Уже бегу, подождите. Так, вот, нам привезли новые пони. Давайте я пока поставлю этих пони, а то вдруг кто-нибудь другой захочет купить. А вот эти пони, которые привезли, они тоже... как вы говорили-то, по 350. Ну, там они вот, которые привезли, они не все по 350. Вот этот вот Applejack блестящий, вот она не по 350, она по 450, так как она блестящая и прозрачная. Это такая не новая серия, но очень крутая тоже. Спасибо. Ладно, я тогда пойду. Идите. Я упала. Так, сейчас встаю. Не спать на рабочем месте. Спать.
Мам, ну можно мне хоть какую-нибудь понежку? Ну, пожалуйста, пожалуйста, мама! Мам, я все выбрала. Надо еще белить. Что-то там хотела. Вот это хотела. Это хотела. Все. Все, никакой больше ободок не хочешь? Нет, мне больше корона нравится носить. Ну, мама, ну купи, купи, купи! Нет, доча, нет! Я уж извинила, они какие-то дороговатые все. Ну, вот только вот эту вот маленькую Рарити можно взять и доктор Хувза. Ну, мам, мне не нравятся маленькие, они какие-то некрасивые, еще они на какой-то подставке, это вообще глупо. Ну, доча, значит, я тебе никакую пони не куплю. Ну, мамочка, ну, пожалуйста, пожалуйста. Нет, дочь, никаких пони, все. Ну, мама, ну, пожалуйста, ну, умоли, ну, хотя бы самую прям вот из вот этих вот дешевых. Ну, там нет дешевых, понимаешь, они все по 350 дешевые. А мне надо еще купить твоей сестре юбку. Да. Вот, я уже, кстати, выбрала вот эту юбочку хочу. Вот, именно. Ну, ты вот, я тебе вот лучше подарю вот эту расчесочку. Хочешь? Ну, давай. Вот тебе расческа. Все, идем уже на кассу. Мам, а ну раз уж такой случай, можно мне пони, а? Я закончила четверть на пятерке. И предыдущий четверть на пятерке. Можно мне на 8 марта пони какую-нибудь? А у тебя были пони в детстве? Я не помню. Нет, я их ненавидела. Ну, честно, они просто нравятся. Ладно, бери пони. Но какую ты хочешь, большую или маленькую? Я не коллекционер пони хочу взять. Не маленькую. Я не очень люблю маленькие. Я возьму себе большую. Ну ладно, бери какую хочешь. Это Applejack, Moondancer. Не, Moondancer некрасивая. Applejack возьму. Я, мама, хотела Applejack. Ну, она закончила четверть на 5, поэтому так уж и быть, я и вот эту пони возьму. Хотя она и 450, но я ее возьму. А я закончила на 4, ну, 3 и 5. У тебя была в четверти тройка, доча, позор. Ты же моя дочка, это вообще возмутительно, что у тебя такие плохие оценки. Нет, доча, нет. Нет, нет и нет. Понятно? Ну, мам, ну хотя бы микроскопическую дешевого пони. Нет, все. Так, идем на кассу. Ну, мама, на кассу. Так, пробейте нам, пожалуйста, вот это. Можно пробить нам это? Ну, мама, ну, пожалуйста. А я вообще-то пробиваю, вы не могли бы? Да вы что творите? Мама, ну, пожалуйста. Доча, уйди с этого места, блин, доча. Нет, мама, купи мне пони, купи мне пони. Ну, бери уже пони. Хотя нет, не дам тебе пони. Мне уже это надоело, ты вечно просишь пони. Но, мама, ты мне купил только один раз. Ну и что, что я тебе купила один раз? Ты же просила этих мэджики или маджики. Маджики, знаешь, сколько у нас дома было тогда этих маджиков? Хорошо, что они еще по посылке не приехали, а то скоро ваша комната будет вся в этих маджиках твоих. Ну, мне они уже не нравятся. Так, доча, все, никаких пони. Хоть сегодня 8 марта я тебе купила прекрасную расческу и прекрасного пса вам подарила. Это тебе недостаточно? Нет, я хочу пони. Ну, мамочка, ну купи мне пони. Ну, мама, купи мне пони. Перестань тут орать. Сегодня 8 марта. Мама, все, давай оплачивать покупку. Ну, мама, купи пони. Я буду хорошо учиться. Я не знаю, что сделаю. Я буду за псом ухаживать. Ну, пожалуйста, я больше не буду просить пони. Ой, ладно, бери пони, какую хочешь, только недорогую. Ура! Так, кого бы мне взять? Дочь, побыстрее. Да, да. Мунденсер хочу. Дочка, стой. Мунденсер нельзя, ты знаешь. Ну, блин, Applejack была крутая. Кого бы взять? Рарити? Нет, это не очень красивая пони.
Мама, можно маленькую? Да бери уже, какую хочешь. Я конец возьму. Я взяла, мама. Ой, хорошо. А меня зато блестящая Илетка. Би-би-би-би-би. Мама! Я ничего мамочка не делала. Она врет. Хватит вам. Пробейте, пожалуйста. Конечно. Бздык. Бздык. Давайте дальше. Так. Что? Так, давайте выкладывать. Бздык. Касса бедная. Так. Бздык. Давайте-ка я встану сейчас, а то мне хвостик мешает. А, хвост мой. Так. Это я уже пробила, да, это вы уже пробили. Так. Вам пакет, кстати, не нужен? Нет, не нужен. Бздык. Бздык. Все, больше ничего нет? Нет, больше ничего нет. Пип-пип-пип. Бррр. С вас всего... Ой, извините, извините. 1045 рублей. Держите. Ой. Извините, 1050 рублей. 1050? Да, 1050. Не 500? Нет, не 500. У меня все правильно. Ладно, держите. Так, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Так, собаку ношу. Все. Берите собаку. Фу-фу-фу-фу. Так, идем. Дома у девочек. Так, ну что, девочки, вы довольны своими покупками? Я очень-очень-очень довольна. Я тоже, мам, очень довольна. Ладно, девочки, вас поздравляю с 8 марта. Спасибо, мама. И вас, зрители, мы тоже поздравляем с 8 марта. Всех девочек с 8 марта поздравляем мы вас. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.